опять сделали замечание, что я на 10 метров должна была отойти. На 10 метров идти в парк. Чего? Люди ходят здесь. Тротуар, люди ходят, передвигаются. Почему я должна на 10 метров уйти в парк? С чего бы? С какой-то стати? Может, мне вообще тогда исчезнуть или что? Я не понимаю, что происходит. Это что это такое? Это что, это равноправие или что это? Демократия? Что это? Вот так, всех согнали с тротуаров. Вот, полиция. Сколько согнали всех с тротуаров? На 10 метров, а люди ходят. Куда они должны уйти 10 метров? Это куда? Куда отойти? Вот люди идут. Куда нам деться 10 метров от дороги? Уйти на 10 метров от дороги. Куда? Люди передвигаются, люди идут. Куда им? Куда им деться? Куда? Вот я здесь. Куда я должна уйти на 10 метров? Отойти от дороги на 10 метров. Это куда? Куда мне как исчезнуть, спрыгнуть, убежать? Куда я должна? Все это обычные люди. Ходят, все нормально. Вот сзади идет, за мной идет. В штатском. За мной вот ходят. Ходят за мной уже, выслеживают меня. Вот, 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 вот. Чуть-чуть авария. Вот, чуть-чуть уже на ровном месте. Куда гонит? Так что вот так. Гонят, гонят. С тротуаров гонят. Вот здесь куда я должна уйти на 10 метров? Люди идут. Кто куда? Правильно? Значит, а куда я должна уйти на 10 метров? Отойти здесь, куда мне? Куда мне деться? Это что происходит? Я еще такого не видела. Такого я еще не видела и не встречала.